out of town, Quilly chill, Quilly who? Quilly Mills, man, I'm on Quilly Hill. Look, there's nothing for me to get Quilly killed. My boxes ain't all this is him, Quilly real. For real, I stretch Quilly real. Then I'm going down north with that West Quilly still. Fucking headshot, we can back Quilly Bill. Headshot, headshot, Quilly kill. Bro, you little bitch made nigga. I ain't got the fuck, I got the switchblade nigga. And I ain't even shit crazy nigga. I've been busting gas since the sixth grade nigga. Так, так как нам полка в багажник особо не пригодится, поэтому мы сделаем вот такое вот упражнение. Ложимся и выбиваем полочку. Так. Ну-ка, иди-ка сюда. Пока я в багажнике, давайте сделаем небольшой обзорчик. А тут у нас картошечка, обрезанная бутылка колы, соответственно, вороночка, средство для очистки колес, Wonder Wheels. Так, посмотрим, что у нас тут. Там у нас оригинальный домкрат, это уже радует, тряпочка. О, запасные носочки, пустая канистра из-под масла, 10W40, и тут у нас АТФ. Кстати, почти полный. Но что самое интересное, я нашел свои родные. 10 польских. Вуаля. Так, ладно, чтобы открыть дверь багажника, нужно начать сверху. Снимаем этот пластик. Снимаем пластик сбоку. И смотрим, что тут у нас ничего не закреплено. Каково же было мое удивление, когда все направляющие на месте, но тут помер центральный замок. А именно, слышите, я шевелю проводами, и у нас начинает работать замок в той двери. Ну да, тут совсем плохо контактом, поэтому нужно отключать вот эту часть. Но я хайды. Да здравствует йохайды белый свет. Ручка у меня в руках, тут просто отсутствует эмблема, потому что весь механизм у нас целый. И, кстати, вот такая вот прекрасная ручка тоже уходит за 10 евро. Так, походу надо идти за совочком. Снял абсолютно все 5 дверей, как вы поняли, без приключений тут не обошлось. На машине явно шалит центральный замок. Мне нужно было приспустить задние стекла, так чтобы снять боковые панели. Но задняя дверь благополучно защелкнулась. Поэтому я решил снять ее вот таким вот замечательным способом. Потому что дверь на свалку ровно как и весь кузов. Перед тем, как я загоню вот эту малышку в гараж, я хотел разобраться, как тут крепятся дуги. Так, а дуги у нас крепятся на вот таких вот закладных, которых у нас 3 штуки. Тут уже ничего не держалось. Но вообще интересно, открутится ли хотя бы один болт. Что-то как-то сегодня мне этим заниматься совсем неохота. Because my shirt lift every time the
Так, что-то мне подсказывает, что клыки так просто не снять. Походу, внутри бампера стоят закладные. Но ничего не поделать, придется снимать передний бампер. Так, ну, собственно говоря, что и требовалось доказать. Снял трубки, накинул бампер так, чтобы его в тесном гараже нигде не складировать. Но сейчас мы ведем переговоры, как же эти трубочки отправить. Потому что навскидку каждая из них весит, наверное, килограмма полтора. Я также снял решетку радиатора. На нее у меня тоже есть покупатель. Есть небольшие моменты, она немногим зацарапана. Но я думаю, что в ловких руках она, возможно, превратится в шедевр. Кстати, тут также присутствуют выштамповки. И на минуточку, это оригинальный Chrysler. Открылся модуль и релешка, это уже не штатная установка. И, как я понимаю, все это дело нужно для того, чтобы работал фаркоп. Потому что парктроники запитаны где-то под задней обшивкой. В общем, тут огромная борода, но, судя по всему, тот, кто все это дело устанавливал, тест окей. Он знал, что он делает. И все установлено в заводские коннекторы. То есть тут вытаскивали пины. И в некоторые из пинов вставили по два провода. Соответственно, дополнительные, которые идут на фаркоп. Мне ничего не остается делать, как резать посередине. Надеяться, что машина заведется. Ну а если не заведется, то я опять-таки смогу вернуть все на скрутку. Ну, ешки-матрешки. Машина завелась, а это значит, что тест на электрика я все-таки сдал. Но для себя я усвоил, что сегодня снимать косу, идущую на фаркоп, я не буду, потому что тут вскрылся еще один непонятный крайслеровский модуль. Ну а всю электрику я буду снимать перед тем, как машина отправится на свалку, или же когда у фаркопа появится реальный покупатель. Немногим подразобрал машину, а это значит, что теперь в узком гараже я наконец-то могу добраться до проводки, до подкапотного пространства и, соответственно, до багажника. Плюс ко всему я снимал детали, которые на минуточку, на данный момент с этой машины я продал на общую сумму в 160 евро. Поэтому вот эта малышка сама себя окупает.
В следующий раз, я надеюсь, мы займемся уже установкой пневмоподвески, потому что баллон лежит, скучает. Ну а лето в Латвии уже движется в обратную сторону. Огромное спасибо за просмотр, огромное спасибо за поддержку. До новых встреч, всем мир!